друзья и подписчики нашего канала! С вами снова канал «Все обо всем». С вами Владимир и Екатерина. А мы с вами направляемся в Александрию. Александрия собирает гостей. Так что мы едем в гости. Да, и мы вам сейчас все покажем и расскажем. Оставайтесь с нами. И вот, ребятки, мы наконец добрались, и в Белоруссии купалье продолжается. И мы в Александрии! Александрия – это продолжение как бы праздника Купала. Она собирает гостей, как мы говорили уже. Со всей Белоруссии, со всех областей. И здесь проводят, показывают достижения, ну, творчество. Различные умения. Да, концерты. Ну, как бы, ну, как ярмарки, да. Каждая область, да, выставляет что-то свое лучшее, самое лучшее. Да. Ну, и мы сейчас с вами увидим, кто на что гораздо. И вам покажем. Смотрите, для детей вот такие лошадки стоят. Пони. Это вот даже единорог. А на второй стороне лошадки побольше. Так, ребята. Ну что, ребята, мы заходим. Вернее, мы уже зашли. Прошли все. Фейс-контроль. Да, фейс-контроль. Охрана, вот вы сзади видите, что там полностью рамки стоят. Полностью обыскивают. Ну, в плане безопасности здесь очень грамотно все сделано. Все щупают себя. Да. Ну, а мы двинемся дальше. Так что, ребята, смотрите, какие трактора. Здесь, видите, даже разрешают детям лазить. Как бы без проблем. Ну а следующая песня про людей, без которых сейчас ни одно событие в мире просто обойтись не может. Это товарищ Петров и товарищ Баширов. Вот про них и будем петь. Европейская мечта. Хочется коленями склониться. Трепет на порыве толерантства. На сыночка платье надевать. Это
трубочки из теста. Вкусно, вкусно пахнут, корица там, запах обалденный стоит. Станки, ребята, представлены в Кацке. А на этой стороне вот даже вот сидят и, наверное, умеют ткать. Здравствуйте. А вы умеете на этом тоже, да, работать? Да. А можете показать нам? Так, вот ребята нам сейчас продемонстрируют, как работает этот станок. Нитка и потом фиксируется. Это основа называется. Вот это уток. Вот для того, чтобы уточную нитку продвинуть, я наступаю на педали, делаю вон все, видите? А, пошире, чтобы да. Вот все. А, теперь раз прокинула. Теперь надо, чтобы нитки переменялись местами. Значит, я нажимаю в другом месте. Вот так вот ткали наши национальные рушники. Да. И не только рушники, рубашечки мужчинам и штанишки. Тогда носили полотняную одежду. Так что не только вот рушники. У меня в деревне еще эти льняная тоже остались. Да, да, льняные вот такие вот отбеливали льняные вещи. А вы с какого района? Хотинск. С Хотинского района? Так что, друзья, вот видите, со всей Белоруссии здесь. Да, здесь. Да, да. Молодцы. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Так что вот, ребята, вот станки представлены со всех районов. Видел Витебский район. Вижу Гомельская область, Удо-Кошелевский район. Тоже представлены такие вот станочки. Вот такой в миниатюре тоже интересный станок. Так что народа здесь очень много, очень. И он все подтягивается и подтягивается. Расскажи, Катя, как тебе? Замечательно, очень интересно и все познавательно. Да, да, много как полезной информации. Жили, да, чем занимались, что делали. А так у бабушки лежат вот эти вот ручники, да? И даже не знаешь, как их делали. Да и некоторые вещи просто даже не знаем, как они делаются. Смотрите, вот даже смотрите, такие вот из глины свистульки. Ребята, в этом лотке, в этом павильоне представлены изделия из соломы. Посмотрите, какие красивые. Вот. Зубр. Это каравай. Вот такие вот шкатулочки. Обалденно, представляете, сколько трудов надо, чтобы это вот все сделать. Здесь даже есть беспроигрышная лотерея.
как ложки изготавливают. Ложки гиганты. Это вот такие мастера в Беларуси под музыку изготавливают ложки. Вот, ребятки, представлена продукция меда. Тоже очень полезно. Белорусский мед. Есть в маленьких рамочках, есть в баночках. Цену сейчас мы спросим. Я читал про это. А, подскажите, сколько литр стоит? 16. 16 рублей. Литр. Пол-литра 8. 16 рублей, это где-то примерно 0,7-12. 5 долларов. Рапс? У нас нет рапса. Нет. Это майские цветущие сады, одуванчик. У нас около пасеки рапса близко нет. А это вот что такое темное? Это перга. Это медоперговая паста. Прополис. 10 рублей. Тоже настойка, да? Уже готовая. Уже готовая. Ну, если хотите сами настаивать, то вот 3 рубля, любой пакет. А вот в бутылке что-то такое, червяки. А вот мужчинам это как раз-таки надо. Это же опарыша, да? Ну, чтобы долго оставаться мужчиной. Это настоящая опарыша, да? Это не опарыш, это личинка бабочки-огневки. Это единственное насекомое, которое в природе растворяет воск в своем желудке. Только что-то бить надо? Да, по 20 капель, утром и вечером. Стоит недорого, всего лишь 350 рублей. Всего лишь 350? 350 рублей? Да, вот эта бутылка. Ну, вот эту отдам вам за 100. Это вот такая вот бутылочка, то же самое, да, долларов получается. Ну, только что она чистая, вам же не мясо надо, вам же надо на жидкость. Жидкие всякие разные. Такое кашпо получается примерно, чтобы цену знать, это 10 долларов. Так, такие вот картины. Головы экзотических животных, медведей. Получается картина 30 рублей. Это примерно 12 долларов. Так, вот получается, вот здесь вся ярмарка, и с левой стороны протекает речка Днепр. И на той стороне, вон, вы видите, уже приготовлены ровно для костра. Здесь на заходе солнца зажгут костер, и с этой смотровой площадки здесь все люди будут это как бы наблюдать. Смотрите, какой здесь клоун. Ребята, это все съедобное. Не все, но вот это вот съедобное. Ну, и кукла тоже несъедобная, я думаю. Кукла несъедобная, кукла не съедобная. Так, а это вот такая очередь на шашлычки. Наверное. А нет, не шашлычки, это Слонимский мясокомбинат. Разыгрывают беспроигрышные лотереи. Что написано? Так, ребята, здесь получается достают лотерейки. Лотерейки беспроигрышные. И в лотерейках написано, сколько вам сосисок или сарделек вы выиграли. Thank you.
ребятки, посмотрите, сколько шашлыка, сколько вкусняшек. Ничего себе вкусняшки! Почему мы с тобой такие маленькие делаем? А вот ты какой казалок, одна порция! Он сочный. Такие они высыхают. Он один готовит и болит. А это сколько? Но душа моя почему растет. Рано и еще на покой. А 4,50 за килограмм? Погуляет мы на своем пути. Один, да, один шашлык. Весит 100 грамм, допустим. 4,50 за 100 грамм. Это получается 2 доллара. Смотрите, какая штука. А что ты хотела, Сэн? Это узнаешь, когда мы садимся, когда ты садишься кушать, да, в постели. Вот, и когда ты сыпешь там, например, орешки, там, кальмарчики сушеные, да, вот как ты любишь. Ну да. Знаешь, как прикольно? Взять, насыпать, а сюда посреди соус. И взжах, и кушать. 50 рублей. 50 рублей, да? Да. 20 долларов получается. Бутылочка вина ставится сюда, а это вот в бокалы вот так вот одевается, ставится. Вот это вот такой столик. Чай, чай. Да, ребята, здесь вот множество чаев представлено. Ван чай, 24 ангела, мишки, гамми, зеленые чаи. Тоже так шикарный зеленый чай. И просто берем плиту вокруг конфорки, духовку, микроволновку, вытяжку. Можно чистить реально все. Любые поверхности. И типа, что, даже ничем это не обрабатывали? Без дополнительной химии, да. Она чистит грязь только за счет своей структуры. А. Можете потрогать, если есть сомнения, что я чищу. Ну да. Как в духовке такой пригоревший жир. Сколько стоит губка? Одна губка, троячок, а две за пятачок. Запомните, аппетит приходит во время еды, надо пробовать. Попробуйте. Возьмите две разные. Ради соблюдения гигиены. Одну на кухне оставите, вторую в ванну отправите. Не гигиенично будет одной и ванной, и кухней пользоваться. Классно? Мне нравится. Привыкайте к хорошему. И Катя решилась. Знаете, за 2 доллара. Мой номер, напоминаю, если что, звоним, обращаемся за добавкой. Вайбер, ватсап, я всегда на связи. Хорошо. Так, ребята, вот такие тоже представлены здесь. Экспонаты. Такая вот кошечка или котик. Это как скатерти на стол, то есть моющиеся. Цыпленочек, цыпленочек. Как настоящий. Ну это да. Горячий. Шкатулки. 15. А побольше нет? Нет, все, что есть. Ребята, такие вот носочки тоже. Такие разные представлены. Варежки, варежки, рюкзачки, платочки такие. Да, выбор реально здесь очень-очень большой. Проигрышная лотерея стоит 4 рубля и 5. И вы достаете и выигрываете любую из представленных игрушек. Здесь вот тоже посмотрите, какой интересный бычок. Смотрите, какие изделия из металла. Смотрите, какой цыпленок. Это цыпленок? Цыпленок. Цыпленок. А впереди такая вот экспозиция, что-то вроде крепости. Березкий подворок. Это вот они представляют свою продукцию. И выставили вот такой вот вход. Много, конечно, вот на протяжении идем. А это моя девочка. Метров около 100 по левой стороне. Все.
вот такие кафешки, кафетерии, шашлычки продают, кофе, чай, пиво, кто кому нравится. Люди здесь отдыхают. Вот такие вот развлечения тоже, ребята. Это получается, нужно выпить свинюшек. И что получается, вот, если выбьешь свинюшку? Там мягкая игрушка, приз. Надо внутри, да? Надо 6 свинюшек выбить из 9. 6 из 9? Да. А если за 1-2? Не важно. Не важно. Можно за 1-6 выбить. Я говорю, нет. Удобно, очень удобно у вас. Очень-очень удобно. Да, вот, ребята, смотрите, автомобиль. Кофе на колесах. Да, кофе на колесах. А откуда вы? Город Новополоцк. Полоцка, из Полоцка прямо сюда? Прямо сюда приехали? Да. Класс. Просто славянские песни. Тирас! Гуцу! Лачка! Поехали! Танцуют все! И Анастасия Банцевич для вас солирует, друзья! Поаплодируйте ей! Красивая песня! Готовы? Ну что ж, поехали! Дорожка моя, пускай детей, все будет зря. Сердится, слюбится, веселяться. И скажи, что вот солнышко ушло и приятно стало. Да, немного. Не жарко, да, солнце не садится, душно, да. Но людей. Людей очень много. Очень много, очень много. Смотри, какие машины. О, а мы здесь сюда подошли. Здесь представлена экспозиция Великой Отечественной войны. Сейчас покажу. Военный вот сюда пулемет прибился. Катя перепутала офицера с макетом. Все так разложили, натуральное все, да? Он синим пишет. Его надо мочить, это химический карандаш. Того периода еще. А потом языки у них синие были.
везде такие. Да, ребята, вы заметили, что сейчас прекратилась музыка. Это начался концерт эстрадной музыки. И попросили всех певцов, которые русские народные, и все остальные выключить музыку. И поэтому наступило, как говорится, затишье. Затишье перед бурей. Да? А мы будем шашлычку. А мы подошли к шашлычку. Все-таки Катя соблазнилась этим шашлыком. Смотрите, какой сочный. Сейчас попробуем, да? Сколько тебе брать? Один шампур? Мне два. Смотрите, ребята, Катя. Два шампура. И получается на шампуре где-то 0.5 килограмма. Давай сюда камеру, я же пошутила. Так, ребята, вот такой вот шашлык. Кати и у меня. Такой. Стоимость его составляет 25 рублей 10 долларов. Сейчас попробую Кати на вкус. Что ты скажешь? Жесткий. А что ты хотела за такие деньги? Жесткий. Не очень, да? Ну да. Не, ребята, Катька немножко не погорячилась. Шашлык реально нормальный. Посмотрите, он без прожилок. Реально очень сочный. Куски хоть большие, прожилок нету. Жуется хорошо. Так что нормальный, бомбический шашлык. Вову понравился. Да, мне очень. Ну вот, ребята, мы уже подкрепились немножко. Ну, шашлык нормальный, вкусный, мне понравился. Просто он такой, со свинины, конечно, жестче, чем с курицей. Ну, потому что ты очень я часто привыкла. С курицей ешь, да. И поэтому сложно. Ну, имею в виду тебе со свининой. Нет, а? Нормально. Тебе жестковато. Так, ребята, все в ожидании концерта. Дорогие друзья, на нашем празднике президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Сегодня мы собрались здесь, самым живописным уголке нашей прекрасной Беларуси. Собрались вместе, чтобы сохранить настроение древнейшего народного праздника, который всегда был нашим национальным достоянием. С праздником вас, дорогие друзья! Прекрасного вам вечера! Благодарю вас! Открынисою над Дубровою песня чуется жалобовая. Мы рады вас приветствовать на самом главном народном празднике страны. Здесь, на живописном берегу Днепра, Александрия собирает друзей. Николаевна и Настя, мы с радостью выполняем вашу просьбу, и так? Люди встречаются. Свой порог вошла она, улыбнулась из окна. Поезд тронул, а я вслед вижу рукой помахал ей в ответ. Свет! Я синий. О, груди, бикини, а в руках мартини. Что вы заметили? Ну вот, ребята, немножко побыли мы на концерте. Да, но очень сильно я пожалела. Все-таки надо было билет купить. Но билет, конечно, надо покупать, наверное, за месяц, потому что я неделю назад смотрела, уже все было продано. Очень классный концерт, вообще такая... Такие вот эти, графика, как это, графика постановка называется, очень красиво. Все так ярко, все так качественно, все супер, просто. Да. Да, как видите, уже так это темно стало. Мы уже на фейерверк не будем
как бы посмотреть, чтобы в следующий раз знать, что как, что брать, что не брать, где садиться. Ну, как бы это, информацию для себя подчеркнуть. Да, как говорится, в разведку. Да. Ну, классно, нам очень понравилось. Здорово. Так что в следующий раз можно, если что, даже приезжать, как говорится, с ночевкой, потому что здесь это все празднество длится сутки, да, они? Да. Да. Ну, как бы там в 11 или в 12 фейерверк, ну и все, и программа уже заканчивается. А уже на следующий день там тоже, ну, вот такие вот все ярмарки, они продолжают действовать. Только не знаю, до какого там времени. Да, и как он парень говорил, что концерты вроде не один день, ну, не один концерт, что-то говорил. Да, потому что там тоже, ну, вот как эти вот все выставки, каждая область что-то демонстрирует. Точно так же и концерты. Вот этот вот основной концерт, это уже основной концерт. А, ну да, потому что здесь вот, как вы видите, видите... Там смотрите, как бы мини-концерты, да. А это уже основной. Вот, вот если вы смотрите прямо, это центральная сцена, а да, вот здесь а вот с левой получается поменьше сцена. И... Здесь вот нам друзья машут рукой. Иди-ка сюда. А что-то на... Наши подписчики. Узнали вас. Так, ну вот, ребята, вы видите, что мы даже и подписчиков своих встретили здесь. Так что приезжайте, отдыхайте. Здесь круто. Так, так что вам побольше путешествий и всего вам самого-самого наилучшего. Правда, желаем мы вам от души. Потому что если не будете путешествовать, ну, я не знаю, как-то скучно. Скучно жить, скучно жить. Да, а мы сейчас пойдем еще пробежимся. Вот здесь такая вот кафешка большая, тоже она на выходе. Посмотрим, люди может, сидят, мороженое найдем. Да, или еще кваса, или кваса так найдем. Что? Так, ребята, вот Катя квас берет. Я хочу холодненького. Насторожить вас. Ребята, напоминаю, с вами канал «Все обо всем» с Владимиром. И с Екатериной. Ставьте лайки, жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. А мы пьем квас. Ребята, мы присели выпить по квасу. Кто по квасу, кто по мороженому. У меня такое ощущение сложилось, что так это здесь всю ночь, наверное. Надо у кого-то уточнить, наверное. До двух. До двух сказали, да? Не, ну это торговля, наверное, до двух. Да, ну, и все тут будут, да? Не, лучше поедем домой. Да, потому что нам еще далеко добираться. У нас еще славянский базар впереди. Тут я такой-то... Предупреждаю. Отдохнули с вами сегодня. Отдохнули мы, напомню. Мы были в Александрии. И на этой ноте мы будем заканчивать наше видео. Подписывайтесь на канал «Все обо всем» с Владимиром. Все, ребята, пока-пока. Ну, мы сейчас перекусим и двинемся дальше. Оставайтесь с нами. Ставьте лайк. А можете дизлайки. Это я не вырежу. Почему ты всегда меня снимаешь и никогда не вырежешь? Ну, потому что надо быть естественным.